За прошедшие новогодние праздничные дни на территории Удмуртской республики зарегистрировано 12 пожаров. Все пожары произошли в жилом секторе. Причинами пожаров явились нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительных печей, это несоответствие размеров противопожарных разделок, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования, использовалась ветхая, поврежденная электропроводка. В некоторых случаях провода соединялись способом скрутки, а также ряд пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Это оставлена непотушенная сигарета. В результате пожаров у нас получили травмы 2 человека. И, к сожалению, у нас наблюдается рост количества погибших на пожарах. В прошлом году у нас за все праздники погиб 1 человек. В этом году уже, к сожалению, 4 человека погибли. Одной из причин, поспособствовавших гибели людей на пожаре, это отсутствие автономного дымового пожарного извещателя. Все, где погибли люди, у нас произошли в частных жилых домах. Все-таки у нас новогодние праздники продолжаются. Мы обращаем внимание жителей республики на неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности. Это в части, касающейся печного отопления. То есть нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра. Также это касается электрооборудования, включенного в электрическую сеть, тоже нельзя оставлять. Обращаем внимание на гирлянды, которые желательно на ночь выключать. Пиротехнические изделия необходимо использовать в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.